В состав Аграрного комитета Думы заслушал информацию Департамента сельского хозяйства о ситуации в агропромышленном комплексе, которая сложилась в связи с летней засухой. О принимаемых мерах по минимизации потерь сельхозтоваропроизводителей депутатам рассказал директор Сергей Жданов. На сегодняшний день в Минсельхоз оформлены и отправлены все необходимые документы. Их предоставили 557 предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств Зауралья. Экспертиза будет проведена не позднее 15 сентября. Общий объем ущерба специалисты оценили в 1 миллиард 400 миллионов рублей. Мы надеемся, что в ближайшие дни мы должны получить утвержденный реестр и ту цифру, и по количеству гектар, и по сумме ущерба, которую мы в дальнейшем примем за основу, ну и будем ожидать, так сказать, решения правительства Российской Федерации о тех мерах и тех направлениях, которые будут приняты в помощь пострадавшим сельхозтоваропроизводителям. Уборка зерновых в регионе продолжается. Уже намолочено 840 тысяч тонн пшеницы. Урожайность 10,5 центнеров с гектара. На сегодняшний день убрано 69% всех площадей. Всего аграрии рассчитывают, что валовый сбор зерна составит около миллиона тонн. Планируется также убрать около 230 тонн картофеля и 100 тонн других овощей. Этого хватит, чтобы закрыть внутренние потребности области, заверяют специалисты.